Добрый день. Сегодня мы массируем предплечье. Его мы массировать сможем, когда человек сидит, а можем, когда лежит. Смотрите, предплечье мы не массируем, вот эту часть, где сосуды, поэтому для нас очень удобно, когда человек лежит, мы все равно весь участок массируем перед нами, и мы его видим хорошо. Вспомогательное средство – это, конечно, тальк. Это, конечно, тальк. Пожалуйста, используйте его в своей работе. Это гораздо проще, и ваш пациент отряхнулся и пошел на работу. Если вы его измажете солидолом там, или каким-нибудь еще жиром, как любят наши интернетские массажисты, ему нужно будет умыться, вымыть. Итак, смотрите, мы используем тальк. Первый прием классический – это поглаживание, просто поглаживание. Все приемы идут к сердцу. Хотя поглаживание у нас мы можем делать в разных направлениях, но делаем к сердцу. Можем с вами сделать такое концентрическое поглаживание. Но, в принципе, здесь руки тонкие, достаточно такого поглаживания. После поглаживания делаем выжимание. Первый прием выжимания – это боковой поверхностью большого пальца. Эта рука выжимает, эта рука поглаживает. Эта рука выжимает, эта рука поглаживает. Эта рука выжимает, эта рука поглаживает. Итак, вся рука это выжимает, эта рука поглаживает. Дальше мы можем сделать ребром ладони. Эта рука выжимает. В принципе, все приемы, которые я вам показывал на спине, приемы классического поглаживания, классического массажа, мы с вами можем здесь использовать. Эта рука поглаживает. Но смотрите, очень удобно на конечностях, я вам уже говорил, использовать финскую систему. Смотрите, я по финской вдоль участка, и я от себя выжимаю. Вот такие медленные приемы. Эта рука немножко повернулась, и я выжимаю медленно и аккуратно от себя выжимаю. Затем я руку могу поменять, и этой рукой выжимаем. Да, этой рукой выжимаем. Дальше я могу выжимать от себя гребнем кисти. Видите, я могу и гребнем кисти могу выжимать от себя. Таким образом. Дальше я могу основанием ладони выжимать. Основанием. Все, что вам удобно. От себя это вообще очень-очень простые приемы. Очень простые приемы. Дальше у нас идет растирание. Растирание мы делаем щипцеобразное. Смотрите, я зажимаю руку и, смотрите, на сосуды не жму, я растираю вот таким образом. Щипцеобразное. Растираю. Вообще скажу, удобно здесь растирать только вот эти боковые поверхности. Дальше растирание мы можем использовать здесь с вами пиление. Видите, я это показывал. Пиление. Кроме того, мы можем использовать, смотрите, здесь у нас два сустава. Локтевой сустав мы с вами, это очень сложная и отдельная тема, мы как-нибудь с вами поговорим. Его нельзя не греть, его над ним нельзя вызывать покраснение, учтите. А вот этот сустав мы можем здесь с вами опять щипцеобразное. Смотрите, вот я с одной стороны растираю. Это самое начало предплечья. И с этой стороны. Погладили. После этого мы с вами переходим к разминанию. Разминание двойное кольцевое. Смотрите, кончиками пальцев я беру и захватываю не кожу, а мышцы. Мышцы до сустава и возвращаюсь назад. Вот, там, где мышцы, мы их вот именно мышцы захватываем. Мышцы с вами массируем. Перешли ближе к себе. Массируем мышцы. И можем полностью. Погладили. Конечно, можно использовать еще, смотрите, разминание большим пальцем. Я вам показывал уже на плече,
к мизинцу, к мизинцу. Все движения полукруглые идут к мизинцу, к мизинцу, к мизинцу. Смотрите, рука, она вот так наискосок. К мизинцу, к мизинцу, к мизинцу, к мизинцу, к мизинцу. К мизинцу, к мизинцу, к мизинцу, к мизинцу. Потом я руку меняю. К мизинцу, к мизинцу, к мизинцу, к мизинцу, к мизинцу, к мизинцу. Вот таким образом разминаю. И поглаживаю. Поглаживаю. Из ударных приемов только рубление. И обязательно потом поглаживаю. Все. На этом массаж предплечья заканчивается.